Всем привет! С вами снова русскоязычный гид Австралии Александр Россини. Долгое время я считал, что австралийская ехидна не самый хороший характер. Именно поэтому думал я, когда мы встречаем женщин не самых приятных в общении, мы называем их ехидными. Глядя на это милое австралийское животное, трудно поверить, что оно может обладать таким вредным характером. Однако, проведя небольшое исследование в сетях интернета, я все-таки сумел полностью оправдать для себя и для своих клиентов честное имя этого милейшего австралийского животного. Начну с названия. В переводе с греческого «ехидна» означает «быстрый язык», который она очень ловко и практически молниеносно использует для ловли термитов и муравьев. Язык ехидны может выдвигаться более чем на 17 сантиметров и является настоящим ужасом для термитов, которых за раз она может выловить сразу же несколько штук, а в течение минуты может более 100 раз засовывать его в узкое отверстие термитника. Что же касается качества ехидства, которое мы иногда присваиваем знакомым девушкам, то этот термин берет свое начало совсем от другой ехидны, мифологического существа полуженщины-полузмеи, которая была ужасно злой и неприятной. Вот только небольшая часть различных изображений этого существа, которые я нашел на интернете. Кстати, именно эта ехидна была мамой ужасного Цербера, имя которого мы тоже так часто упоминаем в разговорах. А в переводе с греческого эта ехидна имеет совсем другое толкование и в данном случае означает «змея». Но это уже другая история. А пока я прощаюсь с вами. И, как говорится, до следующего выпуска.